29-летняя Маша Малиновская показала пикантный лук. Телеведущая восхитила поклонников ультрасексуальным нарядом. Звезда канала Муз-ТВ решила поднять себе настроение. Маша облачилась в сексуальное боди с леопардовым принтом. Популярная блондинка дополнила образ черными колготками со стрелками и ботинками на грубой подошве. Малиновская распустила волосы и добавила обязательный карантинный аксессуар – маску. Красотка прикрыла глаза очками и приняла провокационную позу на стуле. «Чё кого? Боди и маска», – написала инстадива. Фанаты изумились достижению телеведущей в похудении. Заметно, что та сбросила вес. Многие похвалили знаменитость за работу над телом. «Как тебе удается не набирать лишние кг? Гламурненько выглядишь, супер, ах, какая экспрессия, какой типаж! Горячая штучка. Боди-маской не испортишь, Маша, где юбка? Огонь, как всегда, на месте этого стула должен быть я. Какая растяжка. Убойно. Вот это я понимаю секси, игривая хулиганка. Красивые ножки», — прокомментировали они. Светская львица также предстала в романтическом образе. Она позировала в пышном платье из атласа. Розовый лиф с бантом подчеркнул изящные плечи и зону декольте звезды. Черный низ акцентировал внимание на тонкой талии телеведущей. Малиновская поделилась интересным моментом из личной жизни. Звезда слилась в страстном поцелуе со своим бывшим бойфрендом Тимати. Маша призналась, что стала жертвой мужчин. Она лишилась девственности после группового изнасилования в лесу. Телезвезда в одиночку растит 9-летнего сына Мирона. Мальчик незнаком со своим отцом, который отказался платить алименты.